последних числах декабря 1916 года в покоях Александровского дворца в Царском селе появилась дама в шляпе с темной вуалью. Мать убийцы. С быстротой молнии пронеслось по дворцовым коридорам. Но не обращая внимания на косые взгляды придворных, гостья гордо ступала вперед. Она направлялась на прием к Николаю II. Дежурный генерал-адъютант распахнул двери рабочего кабинета царя и доложил: «Княгиня Юсупова!» Да, это была княгиня Зинаида Николаевна Юсупова, мать знаменитого Феликса, днями ранее организовавшего убийство Григория Распутина. Но надменное лицо женщины не несло ни малейшей тени раскаяния или сожаления. Красота, ум и властность княгини были известны всему Петербургу. «Ваше Величество, Феликс убил чудовище, терзавшее страну», – смело заявила княгиня царю. «Я горжусь им». Но, казалось, император не слышал ее. Потухший взгляд самодержца терялся в сумраке кабинета. Через мгновение, во искупление сыновнего греха, княгиня выложила на стол Николая II нечто в софьяновом футляре. Это была знаменитая пилигрина, самая крупная в мире жемчужина. По легенде, она некогда принадлежала самой Клеопатре. Княгине удалось спасти сыну жизнь, но не благодаря драгоценности, которая по-прежнему оставалась во владении Юсуповых. Наивно думать, что даже самый дорогой на свете подарок, к числу которых принадлежала пилигрина, мог повлиять на решение императора. Николай не собирался строго взыскивать с убийц. Великий князь Дмитрий Павлович отправился в действующую армию на Персидский фронт. Владимира Пуришкевича спасла депутатская неприкосновенность. Феликсу Юсупову была уготована ссылка в Курское имение Ракитное. А император, после краткой беседы с Зинаидой Николаевной, еще тверже уверился в том, что влияние старца Григория было подлинным бременем как для страны, так и для него лично. Беззаветная преданность семье – вот что отличало княгиню Зинаиду Николаевну, а ее любовь к детям и вовсе была безграничной. Но руководствовалась она не одним материнским чувством. Проклятие, словно дамоклов меч, висевшее над древним родом Юсуповых, вот против чего восстала она. Из всех Юсуповых, родившихся в одном поколении, до 26 лет доживал только один. Давнее проклятие унесло на тот свет сестру и брата княгини. Тот же рок не пощадил ее старшего сына Николая, погибшего на дуэли, не дожив до 26-летия нескольких месяцев. Младший сын Феликс оставался единственной надеждой матери. Но в чем же провинился род Юсуповых? За что ему была такая кара? Эта история уходила корнями в XVI век. Великий владетель Ногайской Орды Юсуф разорительными набегами наводил ужас на Русь. Но его сын Абдул-Мурза был человеком миролюбивым. Известно, что Иван Грозный поддерживал с ним добрые отношения. В знак преданности московскому царю Ногайский хан, отрекшись от мусульманства, принял православие. На родине такого предательства ему простить не могли. Проклятие на вечные времена – вот что получил незлобивый Абдул-Мирза за отказ от веры предков. С тех пор Юсуповы жили под этим проклятием. Их семья стала самой богатой в России. Князь Николай Борисович, отец Зинаиды, владел дворцами, усадьбами, поместьями, доходными домами, заводами, мануфактурами, рудниками. В одном Петербурге Юсуповы имели 4 дворца. Еще более полусотни находилось в других городах и губерниях. Более 15 миллионов рублей составлял ежегодный доход Юсуповых. Их состояние превосходило даже богатство царской семьи. Недаром молодая княжна Зинаида
считалась самой завидной невестой страны. Ее руки добивались августейшие особы Европы. Но ослепительное сияние семейных бриллиантов не кружило голову Зинаиде. От отца она унаследовала щедрость и великодушие. Когда пришло время думать о замужестве, Зинаида полностью положилась на своего родителя. А тот мечтал увидеть дочь в королевской или герцогской короне. Для знакомства был приглашен князь Баттенберг, претендент на болгарский престол. Князь приехал с богатыми подарками. В составе его многочисленной свиты были и русские, и один статный поручик обратил на себя внимание девушки. И Баттенберг был тут же забыт. Поручик же не мог оторвать глаз от Зинаиды. Казалось, молодые люди давно испытывали потребность друг в друге, потому им и суждено было встретиться. Страсть настолько завладела влюбленными, что уже на следующий день княжна, напрочь разрушив отцовские мечты о королевской мантии, решила стать женой гвардейского офицера графа Феликса Сумарокова Эльстона, того самого свитского поручика. Разразившаяся новость повергла в изумление весь Петербург. Княжна Юсупова становится женой человека более низкого титула и состояния. Но перечить дочери старый князь не решался. Уж кому-кому, а ему был отлично известен нрав Зинаиды и то, как умеет она добиваться своего. Но главное, ее решение всегда оказывалось правильным. Как-то раз на балу в Зимнем дворце ей пришлось в одиночку и без подготовки станцевать русский танец. А все ради того, чтобы усмирить двух спорщиков, которые одновременно выразили желание танцевать с ней. Артистический талант княгини настолько всех изумил тогда, что ее 5 раз вызывали на бис, и сам Станиславский позвал ее в свою труппу. Брак княжны Зинаиды Юсуповой и графа Феликса Сумарокова Эльстона не омрачил надежд князя отца. Союз оказался удачным. Супруги прожили в согласии всю жизнь. Чете благоволил император Александр III. И ради сохранения древнего рода Юсуповых он присвоил мужу титул и фамилию жены. Отныне они стали именоваться князьями Юсуповыми, графами Сумароковыми Эльстон. Супружество не просто осчастливило Зинаиду. Подобно искусно ограненному камню, ее красота приобрела особый блеск. Казалось, все несметные богатства Юсуповых не стоили ее красоты. Тетушка испанского короля Эулалия, в то время гостившая в России, так описывает Юсупову. «Княгиня была необычайно красива тою красотой, какая есть символ эпохи. Статна, гибка, на голове кокошник, по-нашему диадема, также в жемчугах и бриллиантах. Сей убор один, целое состояние». И действительно, в дорогих уборах княгиня походила на сказочную властительницу. Среди украшений княгини было много уникальных, но главной все же среди них была жемчужина Пилигрина. Судьба распорядилась так, что именно Пилигрине суждено было символизировать крах рода Юсуповых. После революции семья потеряла почти все свое состояние. Пилигрина оставалась последней семейной реликвией. Но проданная сыном Феликсом, со временем она очутилась в чужих руках. Последняя память о сокровищах дома Юсуповых канула в безвестность. Купаясь в родительской любви и щедрости, сын Феликс рос некоронованным принцем. Он чувствовал, что ему дозволено все. Со временем юноша превратился в англизированного героя.
русского Дориана Грея. Учась в пажеском корпусе, он всерьез не интересовался ни военной карьерой, ни государственной службой. Феликс женился на княжне Ирине Романовой, но семейными обязанностями не слишком дорожил. Страсть к авантюрам привела его в круг заговорщиков и закончилась убийством старца Григория Распутина. Злодейство совершилось в петербургском дворце Юсуповых на Мойке, отныне навсегда соединив имена Распутин и Юсупов. После февральской революции семья Юсуповых эмигрировала во Францию. Впервые в жизни на склоне лет Зинаиде Николаевне пришлось полной мерой отведать нужды и лишений. Вскоре она овдовела. Лишившись мужа, и сама княгиня Юсупова прожила недолго. Она умерла в 1939 году и была похоронена в Париже. Феликс горько оплакивал мать. Он принялся писать мемуары, тем самым продолжив работу отца, который, ни на минуту не забывая о семейном проклятии, всю жизнь изучал происхождение своего рода и тщательно записывал все сведения о нем. Следует заметить, что в литературном творчестве Юсупов преуспел. Писательский талант принес ему не только деньги, но и известность. Главным образом Феликс писал о любимой матери и ее былых сокровищах. Всюду, где появлялась мать, она приносила свет. Ее взгляд сиял добротой и кротостью. Она одевалась со сдержанной элегантностью, не любила украшений, и хотя располагала лучшими в мире, появлялась в них только в особенных обстоятельствах. Записки князя Юсупова вызвали повышенный интерес к Пеллегрине. Желающих приобрести уникальную жемчужину было в достатке. В последний раз Феликс демонстрировал ее на выставке русского ювелирного искусства в Лондоне в 1953 году. В каталоге Пеллегрина значилась как историческая реликвия, в XIV веке принадлежавшая испанской королевской семье. Упоминалось также и о Клеопатре, ее первой владелице. Казалось, Феликс сделал все возможное, чтобы сберечь память о матери. Не от хорошей жизни спустя несколько лет появился он у одного французского ювелира, которому и заложил фамильную драгоценность. Известия о Пеллегрине промелькнули лишь в 2007 году, когда в Париже проводился русский аукцион. В частности, на нем выставлялись бумаги из архива Феликса Юсупова, касающиеся Пеллегрины. Но эти документы ушли в частные руки, и ныне их судьба, как и судьба самой жемчужины, неизвестна. Достоверно одно – Пеллегрина всегда сопровождала женщин исключительной красоты. Недаром ее владелицу, княгиню Зинаиду Николаевну Юсупову, при царском дворе называли «сияние». И эта женщина действительно излучала свет, затмевавший собою все богатства, которые когда-либо принадлежали Юсуповым. Для княгини Зинаиды подлинными ценностями были доброта и милосердие. «Чем больше небо вам дало, — говорила княгиня, — тем больше вы обязаны перед другими. Будьте скромны, и если имеете в чем-то превосходство, старайтесь не дать это почувствовать тем, кто менее одаренный».